Содействие в трудоустройстве граждан, укомплектование кадрами предприятий города – это основные задачи Центра занятости. Для их осуществления специалисты службы проводят системную работу и разнообразные публичные мероприятия. Одно из важных – ярмарки трудоустройства. 23 июня 2023 года прошел второй этап масштабного мероприятия «Всероссийская ярмарка трудоустройства. Работа в России. Время возможностей». В этот день в территориальном отделении государственного учреждения Республиканский центр занятости Луганской Народной Республики в городе Красном Луче прошла ярмарка трудоустройства, на которой были приглашены безработные граждане, учащиеся и студенты техникумов и колледжей, а также 20 работодателей, которые предоставили свыше 200 актуальных вакансий. Электромонтеры различных направлений, электрогазосварщик, швеи, слесарь аварийно-восстановительных работ, оператор хлораторной установки, машинист экскаватора, маляр, токарь, фрезеровщик, штамповщик, резчик на пилах, слесарь-ремонтник, слесарь по ремонту автомобилей, кровельщик, дорожный рабочий и другие. Ярмарка трудоустройства – одно из самых результативных публичных мероприятий, содействующих трудоустройству граждан, которые обратились за поиском работы. Это платформа для соискателей, позволяющая здесь, на месте, пройти собеседование у потенциального работодателя. Результатом этого мероприятия стало трудоустройство 12 обратившихся в поисках работы граждан на предприятия города, в том числе ремонтно-эксплуатационный комбинат. На протяжении многих лет РЭК является партнером служб занятости и принимает активное участие в мероприятиях территориального отделения с целью поиска подходящих кадров и успешно их находит. Благодаря такому сотрудничеству на предприятия устраиваются квалифицированные специалисты. Муниципальное унитарное предприятие города Красный Луч, ремонтно-эксплуатационный комбинат, учреждено распоряжением главы администрации города Красный Луч Луганской Народной Республики. Наше предприятие осуществляет деятельность в сфере ремонта, обслуживания и содержания жилых домов и придомовых территорий. Мы выполняем работы по текущему ремонту кровли, замене водопроводных и канализационных стояков, проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов, а также ремонт подъездов, а также другие виды услуг, которые включены в минимальный перечень по обслуживанию домов и придомовых территорий. Представители нашего предприятия активно взаимодействуют со службой занятости нашего города. Руководство МУПРЭК активно участвует в ярмарках и мини-ярмарках по трудоустройству, организованными службой занятости. 14 апреля 2023 года и 23 июня 2023 года представители нашей организации приняли участие в первом и во втором этапах Всероссийской ярмарки по трудоустройству «Работа в России. Время возможностей». Нам была предоставлена возможность лично побеседовать с соискателями вакансий, рассказать о деятельности нашего предприятия, условиях работы, а также открытых вакансий. И вот благодаря такой возможности нашими сотрудниками была подобрана и трудоустроена на должность дворника Ольга Васильевна Чекмурина, которая продолжает добросовестно выполнять свои обязанности на нашем предприятии и по сегодняшний момент. Ольга Васильевна посетила ярмарку трудоустройства с целью найти для себя подходящую вакансию. Ей это удалось. Теперь женщина занимается делом, которое знает и умеет. Условиями работы довольна. 6 июня 2023 года я рассчиталась с предприятием ДРСУ. И сразу занялась поисками работы. Обратилась в центр занятости. Специалисты мне посоветовали пройти ярмарку вакансий. 23 июня 2023 года я посетила ярмарку вакансий, где была ознакомлена с вакансиями, нашла себе подходящую вакансию дворника, так как работала уже в этой сфере. Обратилась к представителям предприятия РЭК, где представлялась эта вакансия дворника. Они меня ознакомили с условиями работы, оплатой труда. И благодаря ярмарке вакансий я прошла собеседование и была трудоустроена дворником в РЭК. Зарплата платится вовремя, условия работы устраивают. Спасибо ярмарке вакансий. Помимо федеральных этапов Всероссийской ярмарки трудоустройства, служба занятости систематически проводит мини-ярмарки, презентации работодателей, активно взаимодействует с предприятиями города. Ведь главное – помочь людям найти свое место в жизни. Краснолучан, испытывающих трудности в поиске работы, всегда ждут в территориальном отделении государственного учреждения Республиканский центр занятости по адресу микрорайон 4, дом 9А. Новости телеканала «Луч».